Привет всем подписчикам моего канала. Сегодня у нас в распаковке товар с AliExpress. Это женская сумка клатч. По размерам, как вы видите, это сумочка 16 на 20 и на 10. В комплекте есть ремешок с молнией. Внутри есть кармашки. Сама сумка закрывается на две молнии, но она, естественно, что одна. Ты просто открываешь спереди молнию, у тебя есть доступ к карману, и вторую молнию открываешь доступ к второй части сумки. Основной материал, естественно, что китаец пишет, что это кожа, но это не кожа. В подписи к характеристикам о товаре написано, что это полиуретан. Основной материал продукта полиуретан. Там видите подкладка. Материал подкладки полиэстер. Также это кармашек, возможно, для телефона, для карт или там для чего-то еще другого. Такая вот ручка. В целом сумочка красивая, стильненькая, маленькая, удобная. Стразики наклеены нормально, не отпадают. Ремешок также длинный, не короткий. На плечо будет нормально, и так будет в руках носить тоже нормально. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии и про ваш опыт заказывания товаров с Китая на AliExpress. Всем пока-пока!